Пить, пожалуйста. Откройте. Именем короля. Атос, а почему у вас между ног потертое седло? Былая рана, чтоб ветер не холодил. Ну, ё-моё, надеюсь, это кровь. Потому что винище не стирается. Где мы? Что у нас было за задание? Я надеюсь надраться как свинья и проснуться в незнакомом месте, потому что с этим мы справились. Нет, мы должны были забрать подвески и отвезти их королеве. Стоп! А где подвески? Это наверняка снова козни проклятой миледи. Вообще-то я еще здесь. Миледи, что вы здесь делаете? А кто мне позвонил в 3 часа ночи? Приезжай, тут одни монашки, поговорить не с кем. Мы были в монастыре. Я была в монастыре. Мне месяц оставался, но теперь заново весь курс реабилитации проходить. И все из-за вашего Вегаса. Мы в Вегасе? Подытожим. Мы, бедные мушкетеры, везли драгоценные подвески королеве, а проснулись в Вегасе в президентском люксе. Думаю, нужно искать ломбард. А я посмотрю в ванной. Мужчины, закройте дверь, как вам не стыдно? Господа, у нас в ванной кардинал Ришелье и его верные гвардейцы. Самые верные. Молодые люди, я напоминаю, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Миледи, карету поведете вы, мне нельзя. Я еще немного аристократ. А потом скажут, что халаты своровали мы, как и подвески. Шас лживый! Забудьте о подвесках. Лучше найдите мою корону. А то сейчас башка треснет. А где этот ваш молодой пожилой гасконец? Он вчера меня порадовал как женщину, но опозорил как королеву. Чем снова порадовал как женщину. Найдите его. О, боже. Нам нужно найти Д'Артаньяна. Ваш счет, господа. Проклятый гасконец, а? Как бухать, так один за всех, а как платить, так все за одного. Вот теперь нам срочно нужно найти Д'Артаньяна. Боюсь, чтобы больше его не увидел. Вчера пришли какие-то бабы в розовом латексе с плетками. Он крикнул: «Я задержу их!» И пропал. Жаль, он был хорошим другом и не заслужил такой смерти. Единственное, что я хотел бы, это еще раз услышать его голос. Эй, Чанальди! Д'Артаньян, Бог услышал мои молитвы. Как ты? Что ты видишь? 1000 чертей! Он в аду. Я в диване! Вытаскивайте меня уже! Вот объясните мне, почему каждый раз, когда я пью как Д'Артаньян, на утро я выгляжу как Боярский 20 лет спустя? Д'Артаньян, дружище, а что вы делали в диване? Я прятался. Прятался, господа, от власти ее величества. Ну что ж, добро пожаловать в ряды мушкетеров. Господа, так будем платить или нет? Вы карты принимаете?